На саною горит флаг могучей силы, триколора, как вознесся в облака. Я двуглавого орла моей России, флаг России, флаг очистит честь полка. 23 февраля праздник отчизны, день военных вооруженных наших сил. Этот праздник отмечают все мужчины, также женщины, кто служил и служил. Наша гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десантник, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, кто служит, им закалка как раз. Наша гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десантник, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, кто служит, им закалка как раз. То вообще это служба по приказу. Служить признался, выполняй приказ. Если честям выпало служить по праву, исполнять приказ придется и не раз. Там приказ ввязаться в бой, стоять все насмерть, или в атаку по приказу все идти, и врагам нашу Россию не ослабить. Наша армия России защити. Там приказ ввязаться в бой, стоять все насмерть, или в атаку по приказу всем идти, и врагам нашу Россию не ослабить. Наша армия России защитит. Наша гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десантник, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, кто служит, им закалка как раз. Наша гордость и мощь, вооруженные силы, что моряк, что десантник, что солдат, что спецназ. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, кто служит, им закалка как раз. Армия — это прежде закалка мужчины, и для женщин, кто служит, им закалка как раз. Всех с праздником! С праздником Отечества! Днем Отечества!